Добрый день, здравствуйте. Вот здесь в мае были тюльпаны. Клумбы остались, прям тюльпаны выкопали. Теперь вот такие цветы. Вон там какие-то. Что-то такое на астры похоже. Не знаю, я не знаю, как они называются. Они каждый год меняются после. Снимаю рано утром, потому что вот восходом солнца. Там совсем жарко в Москве. 30 градусов и выше. Дождей нет. На этой неделе, наверное, следующий не предвидится. Там заборчик поставили. Так эту сторону вот красиво делается. Может, кто-то в этом доме живет. Сейчас все в такую жару, никуда выехать не могу. Жарко, я чувствую себя не очень хорошо. Раньше как-то по молодости ездил в командировки. И в Волгоградской области работал. Я в Алма-Ату ездил. Сейчас как-то если надо, конечно, поеду, но в общественном транспорте у нас сейчас это как-то все мне так налегке ездить как-то не люблю, а в карманы в рубашку все не положишь, брюки. Сумки, документы, ключи таскать. Как-то не люблю. Вот река зацвела. Добрый день. А утки появились. С утра уже жарко. Тут зимой медведи стояли. Там тоже желтенькие цветы. В мае, по-моему, тут тюльпаны тоже высаживали.
Тут вот косит. Собачки у меня уже гуляют. Наш храм. А здесь вроде благоустроили внизу. Вот, похоже, здесь палаток никаких не будет. Ну, зачем сюда дорожка? Здесь калитку он хотел сделать. Он туалет поставил. Он там давно стоит. Ну все. Спасибо, до свидания.